Спонсор прогнозу погоди – Гінговіт. Головний захисник судин та мозку від старіння. Гарне здоров'я – гарний настрій. Спонсор показу прогнозу погоди – препарат Т-12, гербіцид суцільної дії. З бур'яном нелегка праця. Допоможе Т-12. Приветствую вас, дорогие телезрители! Вот и пришло время наших майских встреч. Каким будет последний весенний месяц, следите за нашими прогнозами, и вы будете готовы к любым капризам природы. В студии для вас работает Олеся Вайнер. Далее информация о погоде на четверг, 3 мая. Итак, в ближайшие сутки в Украине прогнозируется в большей степени ясный небосвод. Однако местами все же проплывут небольшие облака. При этом осадки возможны только на западе. Средняя дневная температура воздуха по стране плюс 25 градусов. И теперь детальная погодная ситуация в каждом регионе. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от 12 до 28 градусов тепла. Жители Полтавы проведут этот день под чистым небом. А вот в Черкасах и Кропивницкой предвидится легкая облачность с ночи и до позднего вечера. На юге страны термометры в течение суток покажут от 13 до 28 градусов со знаком «плюс». В Одессе и Симферополе основная часть четверга выдастся ясной. Небольшие облака заглянут в эти города только в обеденное время. Небо над Херсоном прояснится уже после заката. Начиная с 1994 года, 3 мая отмечается Всемирный день солнца. Энтузиасты и профессионалы, общественные организации и фирмы по всей Европе организуют мероприятия различного рода, связанные с демонстрацией возможностей солнечной энергии. Может быть, и у вас есть идеи на этот счет? Тогда этот день подходит как нельзя лучше для того, чтобы ими поделиться. И снова о прогнозах. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 12 и 28 градусов выше нуля. Львов и Ивано-Франковск облака обойдут стороной, но ровно они зайдут в ночные часы и принесут с собой небольшой дождь. Однако на рассвете их и след простынет, и можно сказать, что четверг в регионе выдастся погожим. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха плюс 12 градусов, а максимальная дневная достигнет 28. В Сумах прогнозируется ясный небосвод, в Чернигове и Житомире в течение целых суток будет наблюдаться переменная облачность. На востоке в этот день предвидится в основном солнечная погода, но все же местами проплывут белые облака. В течение суток местные термометры покажут от 11 до 28 градусов тепла. Партнер прогнозу погоды «Гінговіт». Гарное здоровье, гарные настрой. А сейчас подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно будет увидеть от 11 до 13 градусов тепла. А днем прогнозируется максимум плюс 26. Жители Северодонецка, Луганска и Алчевска на протяжении всего дня смогут наблюдать чистый небосвод. В Донецкой области ночные температурные показатели составят от 11 до 14 градусов выше нуля. А в полуденные часы они будут колебаться в пределах 22 и 27 градусов. Славянск, Донецк и Мариуполь также проведут четверг под ясным небом. Атмосферное давление в этот день составит 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха максимум поднимется до 70% в ночные часы. Скорость ветра от 2 до 5 метров в секунду. В Днепропетровской области после полуночи ожидается плюс 13 градусов, а в дневное время плюс 27. В Днепре предвещается чистый небосвод с ночи и до завершения дня. В Павлограде небольшие облака зайдут после обеда. В Кривом Роге переменная облачность будет наблюдаться с ночи и до заката. Вечер в городе предвидится ясный. Партнер показу прогнозу погоди – препарат Т2 – інсектицид у боротьбі з колорадським жуком. И напоследок о погоде в столице Украины. При суточной температуре воздуха от 14 до 27 градусов тепла ночь в городе обещает быть звездной и безоблачной. Однако к утру столичный небосвод покроет полупрозрачная пелена, которая останется до конца дня. Вот такая погода ждет нас в четверг, 3 мая. Хорошего вам настроения и бодрости духа. Пусть этот месяц несет нам только тепло и радость. И до встречи в нашей студии. Ідеальні поля без бур'янів? Думаєте, це фантастика? З бур'яном нелегка праця. Допоможе Т-12. Гінговіт – головний захисник судин та мозку від старіння, виготовлений на сучасному фармацевтичному заводі у Чехії.
Гінговіт в великій концентрації містить екстракт гінгобілоби, яка підвищує еластичність кровоносних судин, розріджує кров, чистить лімфу, підтримує серце та покращує розумову активність у будь-якому віці. Про наявність гінговіту в аптеках міста дізнавайтеся за телефоном.